представляет Дубай, как всегда. Если встретить двух ледников. Да. Хотите рум-тур? Мне есть что вам показать. Как живет король Дубая. И справляется с жарой в Дубае. Рум-тур так рум-тур. Ну что ж, номер называется Азиз. Welcome to Dubai. Ну что ж, начнем с потрясающей гостиной, прихожей. Здесь я завтракаю. Конечно. Просторная гостиная с барной стойкой. Вот опять я за стойкой буфета. Для поправки бюджета стою. Круговой номер. Летаем. Здесь кабинет. Здесь можно подписывать замечательные контракты. Так, идем дальше. Dear Mr. Kirkorov, I'm pleased to would you like to thank you for choosing Burj Al Arab as your home away from here. The team is joining to wish you a wonderful stay. Ох, Фиолет. Мастерство хорошего тона от руки написанной открыточкой. Открыточку сберем. Так, ну что, хотите в опочивальню? Пойдемте. Опочивальня на втором этаже. Спальня. Здесь живут мои вещи. Живут в гордом одиночестве. Потому что сюда я приехал один. Так получилось. Опочивальня. О, хороша. Хороша так? Опочивальня. О. А телевизор в потолке-то какой? Прямо ноу-хау. А какой у меня там гардероб? Вот главное достояние этого номера. О, мечта моей всей жизни. Большая просторная ванна и джакузи. Уже практически сегодня встреча с прекрасным 5 ноября. Здесь. И, конечно же, с любимым журналом. В день премьеры песни с Михаилом Захаровичем Шуфутинским выходит этот потрясающий номер. И наша с ним большая фотосессия. Жара Дубая. Ах. Ах, красота. И все это с треком. И мы ворвались во все чарты. Так что все замечательно. Жизнь прекрасная. Хорошего всем дня и нескучной ночи. А я удаляюсь. Меня ждут великие дела. Я ухожу спать. Всем спать. Здравствуй. Я твоя мышка. Я твоя мышка. Я тебя съем. Слышал шум где-то здесь.